Мамонты Югры разгромили на своем льду реактор из Нижнекамска. Команда Олега Таубера уже спустя 2 минуты открыла счет, а к 8-й минуте ввела 3-0. Югорчане продолжили забивать и во втором периоде. Там дважды отличился Егор Черников. В третьем игровом отрезке гости смогли уйти от сухого поражения и на 44-й минуте размочили счет. Точку в этом противостоянии поставил капитан «Мамонтов» Василий Атанасов. Югорчанин после сольного прохода отправил шайбу в ближнюю девятку, а после поклонился трибунам, поблагодарив тем самым их за поддержку. Итоговый счет 6-1. «Мамонты Югры» по-прежнему находятся на 4-й строчке в конференции «Восток», имея в своем активе 52 очка. Столько же баллов и у омских «Ястребов», но команда сыграла на 3 матча больше. Завтра югорчане еще раз сыграют с «Реактором».